Когда мужчины догнали вульгарную незнакомку, она стала кричать мужским голосом, угрожая всех пересажать в тюрьму. Не мы такие. Жизнь такая. Имхо-Ньюс. Новый проект на Муз-ТВ. Если вы знаете, где и кто торгуют подделками, немедленно сообщите в дежурную часть или по телефону 02. Вырубите этот телефон! Жесть такая. Имхо-Ньюс на Муз-ТВ.